Хала хэк. Ебать, у хила там еще и бустер плюс 100%. Мы только поэтому и взяли. Ну так-то да. Ебать, тут иконки все новые, вы что, ебанулись? А что там мапа? Я проебался. Бережье. А, ну хороший все. Мап. А, отличная мапа. Спасибо, Зрисабыч 0. Должны всех первого сезона оперативников сделать халявными. Ебать, у тебя голос. Ты что, бухал вчера? Нет. Ну ладно. Меня не очень громко слышно. Мне приехал микрофон. Что за микрофон? Blue Snowball. Не, нормально. Так а тут же убавлять можно все равно. Даже если человек громкий, он становится тихим. Все нормально. Мы на победу катаем. Мы калибруемся сразу на платину хотя бы. Так что если кто-то будет руинить, то это, блядь, Unwatch. Ну, кроме меня. На кухне. Ебать, как непривычно. Я охуевший, вообще не понимаю, что происходит. Ничего, ничего, это развернется. Ну, это на самом деле вот сыграть две катки, я привыкну чё к чему. А пока что такое чувство, как будто, блин, хер знает что. Честно, у меня просто ранг уже есть. Начнем через 10 секунд. Да, какой? Второй, золото. Осталось 5 секунд. Да уж. Деактиватор снова у нас. Ваша цель — обезвредить заряд. Не теряем деятельности. Камеру кто не ломает? Ага, хил не сломал камеру. Понятно. Ну, наверное, мы здесь все. Ждите, я оставляю стримеру ПТС. А, ну ладно тогда. А ладно, бабах. Блин, главное перед снайпером не бегать, ребят. Первое правило. Кавер и ягер. Там оттуда могут доебаться, кстати. Ну тебя накалил, типа. Ой, там кого-то еще накалили. Он лежит, что ли, или что? Да. Слушайте, ребят, у меня есть идея. Смотрите, давайте кто-то из вас кинет машинку, отойдет и кинет машинку. Потом я накидаю смоки, мы зайдем и поставим. Как вам идея? Она в правом углу лежит. Или там чего? Я убил. Здесь, вот тут за стенкой тачанка стоит. Хил, блять. Ладно, я понял. Я плачу. И влазю нахуй отсюда. Ох, вейт, там последний чел остался. Вы что, ебанулись? Ладно, я тогда не влазю. Второму тоже бегу. Вверху вам. Ой. О, четко, я понял. Это кто? Не, я не. Нашли его? Да он там сверху. Противник снаружи. Ебать, он обманывает нас, слышите? Ебать, он за... На. Противник нейтрализован. Это ж разминочный. Я думаю, как он мне так жестко дает? Я просто жесткий. Ну, понятное дело. Фу. Так, у меня тут была старта одна. Погодите, за кого я был? Я был за дока. Погнали, верхнюю эту самую. Зачем нам кухня-то? Пентхаус гул. Давайте это. Пентхаус, да. А, мира есть уже, так что ладно. А зачем там мир? Блин, вообще мне кажется, мира юзлис там. Это можно одно поставить окно, а другое так. Ну вы сказали пораньше, я взял другого. Ну там чем? Типа окно разбивают и через него ломают все окна. Мы можем сделать, по-другому, можем наоборот, не внутри плента поставить окна, а чтобы выбивать потом плент. Я могу вообще не ставить окна, на самом деле. Не, ну просто за мной, у меня там позиция у кровати, у шкафа, и там окно не между особо. Комнатами. Между комнатами одно поставить, и все. А второе где-нибудь просто, в другой комнате. Просто чтобы ПТС, да, получить, да? Плюс 10 всегда, нехорошо. Так, ну где рук наш? Вот здесь, где рук наш?
Ну, охуете. Главное, мне эту стеночку закрепить, ребят, одну нужно. Ради бога. Че, куда поставить окно? Между комнатами? Поставьте мне стеночку, кто-нибудь. Будьте добрым вот человеком. Спина, вот здесь. Только с этой стороны. А, стоп. Ну ладно, поздно. Не-не-не, хил, это моя позиция, слышишь? У меня тут сигнатура. Так и нет укрепить тут, там же там разъебут просто нахуй все. Так есть, есть, наверное. Ну так укрепляй. Куда ты проходишь? Вон, я показываю метки. А, вот сюда? Да. Дрон противника близко, начинаем. Это что такое? Не двигайтесь, не двигайтесь. А что это значит? А, если ты двигаешься, то тебя видно. Чисто. А, еба. Жестко. А им в здании поможет, или по крыше бегают. По крыше еще будут душ ломать. Глаз, что ли? Не двигаемся. О, хил. Я не двигаюсь. Тачка попрыгала. А, это... Я понял. Блин, что-то непривычно, то, что за нас пятый чел какой-то рандомный. Так они какие-то вообще пуськи, почему они через окно ничего не делают? Мы, походу, против бомжей катаем. В соседней комнате уже тип. В какой именно? В соседней с тобой. Слева от меня, в смысле? Еще один. Блин, или в душе? Вот там, где я сдох. А, понял. Ну и двое осталось с ГЛМ, чё? Вот, на втором этаже отмечаю. Да, я вижу, вижу. Можешь не отмечать. Эй. Блять, он не может попасть. Там проходил. Помочь! Блять. А ты чё от Димана стрелял? Лох, кто остался? В живых только один противник. Я чуть-чуть чекал. Блин, обидно так там вышел. Да блин, это разминочно, на самом деле. Тяжело пока. Реально такое чувство, будто ты сидишь в каком-то 3D. Да, я стрелял. Слушайте, там тип не мог с целой обоймой попасть в камеру. Я думаю, что легко будет для нас победа. Очень легко. Как же долго убивает. Так, они... Погнали дальше. Я повторяю на глазе. Не, это вообще мясо какое-то против нас. Это мясо тоже. Они кухню, да, брали в прошлый раз? Да. Они, наверное, повторят. Какая разница, да. Нужно отыскать заряд. Второй этаж, что ли? Вот обнаружил взрывчатку. Лул. А они в той же комнате, где мы? Правильно понимаю? Да. Боже, какая им пизда. Вот это вот моя сигнатура. Тихо, тихо. Ага. До начала 10 секунд. Какая же им пизда. У вас еще 5 секунд. Удалось вернуть деактиватор. Местонахождение заряда известно. А главное, чтобы там гения не было, который снизу выйдет. Тут есть гений. Кто ломал свой? Нет. Я так. Ой, на первом этаже. Куда? Убил, да, его? Да-да-да-да. Так, я в окно полезу, БТВ. А можете разбить? Не хочу палиться, что я глаз. Окно может
Кто с улицы? Где? Где? Вот это. Бля, хил только не это. Смотри, короче, я закидываю, во-первых, машинку туда. Разведбот готов. Так, один на моей позиции за докой сидит. Ах, двое, слышишь, там тачанка. Хил, лучше не суйся. Там ебался моя тачанка ментально. Блять. Первая. Первый блинком, как говорится. Просто на крышу залезь. Тихо, тихо, тихо. А стекло вообще не... Всё. Кто разбил дверь? Свой? Я зашел. Ага, давайте. Там док сидит, я контролю его. Док, все. Ребят, я все, я залазю. Противник устранен. Задание выполнено. Легкое, легкое для нас. Просто зашли и убили их, да? Не, ну я двоих разъебался к нам. Не, я говорю, это мясо какое-то ебаное. Там тачанки на ФК сидел, он даже не стрелял в этот туман. Даже не пытался. Че, кухню возьмем? А есть у нас этот самый Фрост? А, все, четко. Какая им пизда. Мне кажется, они даже не умеют под себя стрелять, когда в окно залазят. Угу. У нас замен ХДЛ есть, рука пикает по КД. Ага. Ебать, вы чё, пьяные нахуй? Вы шо, ебанулись? На нуле, заряжаю. Сука, ну и Тима, блять, я ебал. Один, блядь, хаеху кидает, второй стреляет. Рад, ты док чуть. Реально. Есть. О, я сюда, отойди, отойдите. Тут ведь можно, да? Да, можно. Все, в окно никто не залезет. Не благодарите. Взрывчатка обнаружена. Окно ломают, но через него не зайдут. Видит бог. Могут нахуй идти. Смог, закинули. Ха! Глупенькие. А кто-нибудь? Понял. Хил, не стреляй, стой. Стой на месте. Свободен. А не залез в окно, может, не чекать его. Посмотрите входы. Ой, есть смачок еще один пошел, посмотрите. И сильные игроки, флешечка. О-о-о. Снайпер. Что-то мы в тормозном. Диман, если это будет, ты давай, ты прям четко там смотришь, да? Я вообще не знаю, что смотреть. Патроны кончились! Ну, типа, лестницу смотрю. Ага. Ага, нам что-то разъебали. Они щит убили, по-моему. Они втроем там. Они щит ебанули. Будем дать хаеху туда обратно. Да не-не, они не заходят, они хуйня страдают. Один укус. Вот этого добивайте, где его лучше. Где Ласт? Там я же? Я его помечаю. Блять, видел. Ага. Группа противника. Четко, четко. Ребят, я кушать. Отмечать победу, спасибо. 4-0, легко. Двойные ПТС. Приходилось, ты готов, погнали? Блин, ребят, без обид, давайте 2 минуты паузу. Я сегодня не хавал просто еще толком. Очень хочется покушать немного. 2 минавка. Платина даже стал. Да
Я тоже прям. Все равно психоделы ждем в любом случае. Не треугольные или свои? Ну, квадратные из двух треугольников. Не, ну, домашнее приготовление, само собой. Не покупные. Домашние тебя четко. Так, стопэ. Пираж куда? Гараж, кафетерий, блядь, такое ебаное место, если честно. Но делать нечего. Лучше. Да. Я, наверное. Давайте. Бандитана? Да, давай бандита возьму. Блин, тут бандитам толком, толком не побудешь, потому что там это. В дверь заходят и просто ебут. Но они не умные, вряд ли смогут. На этой карте, да? Вот эта баба с зеркалами получше. Охраняйте заряды. Так. Докладываю. Блин, обидно то, что нет у нас окна. Из окна тяжело быть. А мы с той стороны будем что-то укреплять? Вот это вот зря вы сделали, кто бы. Это не был. Очень зря причем. Дырку тут надо сделать. У меня нечем. Давай я сделаю, но это будет такая дырка, знаешь. Нет, погоди, повыше. Одноразовая, так сказать. Раз. Два. Три. Бля, я сейчас так сильно чавкал, сори. Я реально не спецом. Тачанки там накидывать. Тачанки? Бля, я не успею уже за это. Бля, что тяжело. Дело там еще одна разъебали. Там глаз. Нету глаза уже. Нету? Хорошо. Он не отгубил. Бери. Бля, то, что глаза нет, это охуенная инфа. Я вижу его хладный труп. Да, но они тогда в полном дерьме. Только мы сверху не укрепили. Они могут в очко нам это накопать. Блять! Где-то он там сидит за перилами, кто его знает где. Ебал. В окне, видишь? В двери, точнее. А. Где доктор наш? Так, кажется, у нас... Так, вся ситуация, да? Сверху топают. Я в среднюю комнату пошел. Ой. Залезли в окно. В дверь, в смысле? Не, в окно именно. Которое слева от центрального входа. Перезаряжай. И он может сзади комнаты. А, даже так? Так, ну тут дверь заделана вроде. Окей. На лестнице, Ваня, чекаю. Лишь один противник. А ты где он был? На мейне? За стенкой. На гараже. Да, ну они, наверное, вдвоем там. Вот бегает по крыльям. А, нет. Гимсон бегает. Не. Да? Да, походу. Так, у меня в комнате, кажется, кто-то. Он зашел через мейн! Группа противника уничтожена.
Так, что мы в атаке? О, я могу сигнатуру замутить. Мы мутим нашу страту? Или у вас нету нужного, блядь, хил на ешке? А кто нужен? Я взял. Кого, кого? А этот, хибана. Вместо ешки. Нет у тебя, да? Есть, но почему-то она не... Ват? Почему-то не берется. Найдите заряды с помощью бота. Почему-то не берется. Ладно, тащер термит есть, главное, чтобы они сдохли вначале. Внизу в гараже, да? Эхо, да. Эхо, блять, ненавижу эхо. Бля, вообще эхо такая имба. Враг просто не может. Враг просто не может поставить. Плент. Машинки не проезжали. Ягер тоже есть. Блин, а может кто-нибудь машинку засейвить? Сука. Да, 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 да. Вот кто это засейвил? Блять, четко. Начнем через 10 секунд. Спаун килить будут. Если вы понимаете, о чем я. Вы нашли. Я предупредил. Бля, не в том месте респанулся. А помните, я говорил, что будут спаун килить? Горят найден. Не благодарите. Тут еще окно разбить. Нас обнаружили. А где камеру не сломали? А чё-то не был где она? Не сломал. Ага. Ну, осталась машинка там. А кто ласт у них? Не это? Не Валькирия случайно? Чё, чекнешь, что там есть, тип, нет? Ягер. Рано еще или кто там кинул? Бля, ягер. Да нормально. Ягер у меня это... машина прям в этом самом. Ёва. А есть там флешки какие-нибудь? Я отмечаю, отмечаю. Он там готовится. Кто, ягер готовится? Или кто? Бандит? Так и есть флешки покидать-то? Накидайте, сбейте ему эту хуйню. Раз. Он три блокирует, да? Да, все. Накидывай. Блять, отойди! Я понял. Хорошо, ясно. Накину, да? Красиво на стриме. Да я ебал, блять. Там какая-то хуйня, в которой она залочилась. Я ебал. Да, спасибо, Игорь. Где он, наверху был с лестницы? Мить? Там где щит он или где? Да, за щитом. Да, там за щитом. Блять, ну ебаная ситуация. Ну вот разминочные продолжаются. Ничего не убил. Это ты за счетом убил сверху? Это эхо убил, да-да-да. Ну это эхо за счетом был? Да-да-да-да. Четко. Я подниму. Не, наверное. Кто-то... А тут никого нет. А ты от чего вообще сдох? Наступил он наш, такой день. На какашку? Короче, 30 секунд осталось, да. А, бля, слышь, только с лестницы, по-моему, хуёвая идея, стойте, ой, ассистик заехал. Ну, время мало, в комнате один на... У меня один, передо мной, прям на меня, на моем трупе один. А, ебать, мы его уже видели. Одновременно. Блин, тут вообще не ожидал, типа. Вообще. Гранату я тоже не ожидал. Ну, блять. Там такая ситуация была щепительная. А где мы сейчас будем-то? Я рук... А, рука взяли, окей. Кабинет консула, переговорка. Блять, какая нам пизда. Ну, давайте, да, наверху. Там вроде ничего. Нам все равно все надо. Что, проиграли предыдущую? Будьте начеку. Так они супер ебаные. О, у нас касл. Хуяси. Давайте здесь только разъебывать эту тему. Здесь они... сломайте, да. Чё здесь сломать? Ага. Стену, стену. Так.
Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Погоди. Игорь. Ау. Да, он подо мной. Ну, честно, ползал. Мне еще 5 секунд. Бля, хз даже. Короче, я сделаю вот так. Взрывчатка обнаружена. Буду надеяться, что у них нету термита. Хотя, блядь, надеяться на это. Пиздец. На-на-на-на-на. Стена укреплена! Зачем? А, там окно, окей. Так, ну четко. Ну это вы что-то сломали, а вроде договорились. Давай укрепить. О, четко, ибо. Там фьюз. Фьюз? Блять, фьюз это хуёво, слышишь? Я буду это окно чекать. Он ведь не может там сверху разъебать? Надеюсь, не может. Окно. Это я. Машинка. Игорь, в твоей комнате машина. Я понимаю. У меня по сути похуй. А меня сверху хотели отпускать. Блять, меня пилит еще. Какая пизда. Меня пилит. В окне. Щита. Да, да. Блять. Бля, ну у меня ситуация, конечно, щепетильная очень. Просто загнали его с двух сторон. Один оперативник. Геймс Харт. Ага. В попец. А, они в той комнате сейчас будут стоять, в другой, по-моему. Бля, надо было все стены просто разъебывать и бежать роумить. На этой точке сидеть полный пиздец. Ебать ты хил спецназовец. Так я не хил. А, да. Я что-то... Как он хочет убить этот труп. Что, еще раз? А, не шкафы. Это атака уже. Какие еще раз? Ну они теперь тоже там будут. И главное не ударить в грязь лицом, поэтому я буду на бороде, пожалуй. Что они нахуй? Бля, ну реально два раза разъебал труп, это нормальная тема. Был я. Ой, она такая стрёмная, Эш, вот в этом сете. Как будто какая-то бухгалтерша не свежая. Найдите заряды с помощью бота. КЗ, Эш, по-моему, вообще бесполезная хуйня. Да нет, в смысле, как выглядит вот в этом золотом. Ну и как классная хуйня. Не знаю, зачем её пикать. На третьем. Он тоже в углу решил посидеть? На моей позиции. Это он молодец. Нас, кстати, будут это самое. Возможно. Не, не будут. Нет, вот здесь одно окно есть. Но оно разбито так-то. Ладно. Вы потеряли деактиватор. Вы нашли деактиватор. Вы потеряли, вы нашли. Понял. Близко был очень? Да, да, прям в упоре. Понял. С такими у меня дела. Не
не хочется вести. О, диван, все, да? Найс. Ребят, кажется, эта карта будет тяжелой. Готов снимать. Я знаю, о чем говорю. Робот в деле. Ага. Четенько. Откуда он давал мне это? Понятно откуда. Верните деактиватор. На тебе или где? Жив лишь один оперативник. Алло, алло. Да-да. У него пол хп. Они оба на втором. Серьезно? Как он выжил? Все оперативники мертвы. Лол, у него еще пол хп осталось. Да, мне казалось, ему столько напихал. Я его даже стрелять перестал, думал он все. А тут оказывается не все, ни хрена. А че с Димсоном? Спасибо за реса, рок-н-ролл. Ретонал компани. Рада бы. Привет, ребят. Привет. Че, руинишь? Привет. Мы сейчас вибем. А че вы не тащите? Так, а в смысле? Давайте холл возьмем. Так там вообще... Не-не-не, холл это полная хуйня. Там заходишь, сразу ставишь на мейне. Его играть. Суицид. Ой. Нам надо брать эту и потом следующую, и тогда... Может, что-то намутим. Бля, Диман не успеет реконнектнуться? Нет, не успею. Охраняйте заряды. Четко, ибо. Короче, тут надо все разъебать по максимуму. Займемся персональной защитой. Бегать рофлить. Что? Я могу поставить окна наоборот, чтобы мы смотрели на Б, ну, на план. Не-не, забей, тут с всех сторон не будут ебать. Там тачка, ага, минус тачка. Я перезаряжу! Кто броник не делал? Оружие у вас. На четверо. Остается 10 секунд. Бля, жалко у нас нету этой валькирии. Где, блядь, этот хуй? У вас 5 секунд. Сука, у меня кто-то чекал постоянно. Я враг пошел. Враг обнаружил заряд. Я в роуминг. Тут это. Щитови... Алло, я завис! Блять, у меня какого-то хуя, сука, чат включился. А, щитовик зашел через дверь. Отлично. Минсон? Сука. Извини? Да, это он. Разбито окно. Ой-ё. Ну ладно, я жив еще. Угу. Может помочь? А, я понял. Один а, еще через зомби бегает, понял. Беги. Кажется, там пизда. Группа провалила задание. Понятно. Бля, вообще не был какую-то точку может задефать. Просто здесь гараж самое нормальное. Не, ну гараж когда победил, то что делать дальше на дефе? Чё,